Ребят, всем привет! Очень рад, что предыдущее видео с резиной вам понравилось, зашло. Поэтому я покажу вам еще сегодня несколько интересных упражнений с этим замечательным инвентарем. Приходили вопросы по поводу длины жгута. Раз, два, три, четыре, пять, шесть метров. Жгут, диаметр. Диаметр, ну, думаю, сантиметра полтора-два. Резину мне эту подарили, за это большое спасибо. Я в ней души теперь не чаю и очень люблю тренироваться, потому что для утренней разминки это самая благоприятная нагрузка на суставы, на связки. Был еще вопрос, сколько часов на видео. В 5 утра встаю, водные процедуры, пока сюда прихожу, хоть как-то солнце встает и можно записать вразумительную картинку. А теперь за дело, погнали.
Сегодня, ребята, я вам постарался показать упражнения, которые используются даже без какой-либо опоры. Буквально 2 квадратных метра нужно, но все тело я смог проработать. Этого я вам желаю. Солнышко начинает лучше прогревать, хотя вода очень холодная. Пойду все равно искупнусь. До скорых встреч. Пока-пока.